Добрый день, меня зовут Иван, я архитектор, проектировщик, строитель. Хочу оставить отзыв о компании Лесобиржа, у которой мы заказывали отделочные материалы для вот этого дома. Это финский сайдинг, вот этот серый, и планкен, скошенный из сибирской лиственницы, сорт Б. Финский сайдинг мы заказывали с услугой грунтовки и покраски в цехе Лесобиржа. Сначала доски грунтовались со всех четырех сторон, а затем сразу окрашивались. Мы сделали вот такую симпатичную диагональную раскладку. Все торцы покрашены специальной краской для торцов Technol GRM, которую мы также заказывали в Лесобирже. Особенность материала в том, что лицевая сторона у него не строганная, и она окрашивается сразу после выхода доски из станка, когда поры древесины открыты. Из-за этого краска более глубоко проникает в дерево, и это более надежное и долговечное покрытие, чем другие виды покраски. Я считаю, это один из премиальных отделочных материалов. Из-за того, что поверхность не строганная, он выглядит по-разному в зависимости от угла обзора. Пачки приходят тщательно упакованные, вот с такими мягкими прокладками, чтобы доски не царапали друг друга. Можете оценить ровность самих досок. Планкен из лиственницы сорт Б. Сучков не так много, я ожидал, что будет больше сучков. Есть доски, которые резко отличаются по тону, по общему тону от остальных досок. За этим нужно следить. Также есть смоляные карманы и большие трещины. Доски плавают по ширине на плюс-минус 5 мм. Стыковать такие в одном ряду невозможно. Планкен мы крепили на скрытый крепеж лодочка, который также заказывали в Лесобирже. Отдельное спасибо менеджеру Лесобиржи, с которым мы суммарно прообщались, наверное, несколько суток. Проконсультировал по всем вопросам, даже по общей теории сочетаемости древесины разных пород с разными лакокрасочными материалами. Выслали нам по почте пробные выкрасы в другой город. Спасибо Лесобирже за хорошую работу.